Всем привет, с вами Артём, канал Loops Tales, комикс Рья Наруш. Хотя кто-то из вас знает его и под другим именем. А после комикса вас ждет сюрприз. Поехали! Эй, Маринет, пойдем к тебе домой после школы. Я хочу тебе кое-что показать. Хорошо. Маринет и Аля, я вижу у вас неподдельный интерес к теме, которую мы проходим. Так что, думаю, будет справедливо, если я дам вам возможность сделать устный доклад по ней к завтрашнему дню. Ладно, сначала я покажу тебе, а потом возьмемся за доклад. Кроме меня, эту запись никто не видел. Готово? Ага. Всем привет! Леди Баг снова спасла Париж, но никто так и не знает ее настоящую личность. Погодите, что там? Это же Леди Баг! Она прыгает за билборд. Она выходит, это Маринет! Вау, какой крутой монтаж! Немедленно прекрати. Говори мне правду. Ты меня пугаешь. Наша дружба совсем ничего не значит для тебя. Я думала, я твой лучший друг. Вот только не надо делать такие глазки. Окей. Устраивайся поудобнее и начинай рассказывать. Первым делом я хочу знать, как ты превращаешься. Хорошо. Тики. Привет, Аля. Уа! Что это такое? Оно разговаривает! Спокойно, я сейчас все объясню. Ее зовут Тики, и она к вами. Она дает мне мои силы. Какая-то странная у тебя реакция. Я помню, когда первая Акума превратила Ивана в каменное сердце, ты так не была удивлена. Я знаю, просто тот факт, что ты Леди Баг, так удивил меня, а сейчас это было как добивающий удар. Я буду сдержанней в следующий раз. И все это время это была ты, моя лучшая подруга, таинственная Леди Баг. Маринет, Аля, не хочется вас прерывать, но как же ваш доклад? Точно! Завтра же доклад! Что нам делать, Аля? Пожалуйста, отпусти меня. Ой, прости. Смотри, так мы уже почти все сделали в школе. Ой, точно. Осталось просто обобщить и подвести итог. Да тут пара пустяков осталось. К тому же, даже если мы лопухнемся, то Адриан все равно не увидит этого. Его же забрали на съемки куда-то, на несколько дней. Эх, быстрее бы он вернулся. Без него в школе совсем скучно. Кто бы сомневался? Где Леди Баг и Кот Нуар? Может, они стали жертвами нового суперзлодея? Париж находится в полном хаосе. Суперзлодей, который выглядит как черный дым, похищает горожан и заключает их в какое-то подобие колб. И люди никак не могут оттуда сбежать. Некоторые из них находятся там уже целых 2 дня. И если их не освободить, то, скорее всего, они погибнут. —
Это все моя вина. Если бы Маринет не спасла бы меня, то она осталась здесь и спасла бы всех нас. Не плачь, Аля. С Маринет все в порядке. Я могу чувствовать это. Кто это может быть? И правда, кто это? Никого нет? А это... Что эта штука здесь делает? Ой, все затекло. Что-то ты подозрительно спокойно. Неважно. Мое имя Трикс, и я... Я знаю, ты к вами. Да. А подвеска — это талисман. А ты сейчас превратишь меня в супергероя. Да. У тебя будут силы иллюзий и суперловкости. Нет времени объяснять. Вперед. Трикс, трансформируй меня. Это круто! Но почему выбрали именно меня? Потом разберемся с этим. Тики, пойдем! Мы должны спасти Маринет! Аля, у тебя есть талисман? Некогда объяснять. Я поймаю суперзлодея, а потом спасу Маринет. Надеюсь, что она успеет восстановиться для битвы. Эй, ты, черный дым! Не думай, что Париж твой! Леди Баг и Кот Нуар, может, и не здесь, но я точно на месте! И сейчас я надеру тебе задницу! Темный алхимик. Талисман лисы. Как раз вовремя. Мне надоело ждать, пока объявятся Леди Баг и Кот Нуар. Она тоже подойдет. Забери ее, камень чудес! Немедленно! Отдай мне свой талисман! Что? Я здесь! Как думаешь, где настоящая? Вот идиот! Ладно, пока он занят, нужно придумать способ поймать его. Но как? О, точно! В его собственную тюрьму. Эй, темный алхимик, я здесь. Ты серьезно думаешь, что этот трюк сработает дважды? Черт, не сработало! Мне нужен новый план. Где ты, лисичка? Думай, думай. Блин, ничего не приходит в голову. Аля! А? Куда он делся? Аля! Попалась! Привет. Улетай, Тики! Иногда нужно делать, а потом думать. Я! Получай! Что? Он весь из дыма, его даже не ударишь. Зато он легко может ударить меня. У нас что, физика сломалась? О, его часы! Это единственная вещь, сделанная не из дыма. Опять! Темный алхимик! Акума! Нет, нет, нет!
Миссия выполнена. А когда Леди Баг будет на свободе, то она закончит свою работу. Так, а теперь Маринет. Как бы ее освободить? Кот Нуар! Нужна помощь? Я, как всегда, вовремя. Ты где шлялся все это время? Везде. Не могу же ей сказать, что уезжал на съемки. Катаклизм! Спасибо, ты крутой. Тебе спасибо и рад знакомству, новый напарник. Ладно, пойду проверю, не нужна ли кому еще помощь. Окей, увидимся. Маринет! Маринет! Прости, а ты кто? Серьезно, я... Я Рена Руж! Сама-то не сказала мне, что ты Леди Баг, так что... Ставьте лайки все, кто любит законченные комиксы. В пятницу продолжение комикса «Монохромный мир», так что подписывайтесь на канал, а то пропустите, когда он выйдет. На Леди Блоге продолжение «Двойной игры», ссылка в описании. Спасибо, что смотрите, и до встречи!